Dearest Luna. А вот теперь действительно финал. Пишите, ребят, что вы думаете о концовке? Как она? Логично ли? Достойно ли? Поздравляю с прохождением игры. Вы можете посмотреть свидетельство о прохождении игры в архиве, а также поделиться этим достижением со своими друзьями. Ребят, я могу считать вас своими друзьями? Наверное, да. Я делюсь с вами этим достижением. Я прошел игру. 4 дня. Сейчас 3 часа ночи, я не сплю, я такой, да, мне надо ее пройти. Пишите, как вам концовка. Мне очень понравилось. Это лучшее, что я видел за долгие годы. Японцы снова меня впечатлили, и теперь я окончательно хочу отказаться от своего гражданства, уехать в Японию. И, возможно, даже сделать себе узкие глаза, потому что так я стану лучшим человеком. Может быть, я слишком экстремально. Сертификат завершения. 44 уровень. На каком уровне закончили вы игру, если играли или вообще видели, как кто-то заканчивал? Я уверен, сейчас напишешь 99. Это максимальный уровень доступный. Но это еще не конец. После прохождения игры доступна еще одна забава. Это убийство самого здоровенного засранца в игре. Он 99 уровня. И он здоровый. Напишем это так. То есть, да, вот эта фотка, которую я выбрал, это была важная фотка, окей. Сохранить данное прохождение. Этот файл может использовать для игры за пределами цитадели. Может также вернуться в прошлое, лучше узнать Люциус. Окей, да, конечно. Конечно, хочу. То есть, да, можем возвращаться в прошлое. Давайте. Давайте сделаем это. Давайте посмотрим вообще, что будет. Мы сохранились. В следующий раз при загрузке этого файла продолжить игру с точки последнего сохранения. Да, 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 пожалуйста. Я хочу посмотреть, куда у меня бросите. Черт возьми, я дико хочу завалить этого краба. Но не сегодня, естественно, не сегодня. Чуть-чуть позже. О, свет. Final Fantasy 15. Даже музыка изменилась в меню. Это Нокт и Луна, как я понимаю. Да, теперь все выглядит вот так. Давайте загрузим сохранение и посмотрим, к чему это действие приведет. Загрузить игру. Да, загрузили. Глава 15. Конец путешествия. Путешествуйте по миру в свое удовольствие. Возможно, вы даже обнаружите какие-то новые сокровища, незамеченные вами ранее.
Незамеченные почему? Потому что они скрыты до полного прохождения. Это такой намек от разработчиков. Типа, может, вам стоит посмотреть? В итоге я телепортировался куда-то в метро. И здесь лежит какая-то грязная койка. И отправиться можем куда захотим. Призвать Умбру. Действительно можем отправиться куда захотим? Давай, Умбру, подскажи мне. Можем отправиться в прошлое Альтисе, можем отправиться в прошлое Люцисе. Естественно, в Империю мы отправиться не можем, потому что, ну... Ну, потому что. Потому что там делать больше ничего. Ну и там допов нет, там только были основные задания. О, мне звонят! Алло? Привет, принц, я слышу в гараже минутку, у нас тут в Лейде какие-то ужасно странные подземные толчки. А вы уже пытаются выяснить, в чем дело, но, по-моему, им мне помешала помощь. Понял, мы скоро будем. И, кстати, в награду нам дали королевские костюмы, посмотрите! Королевские, то есть вот да, вот что происходит. Не буди горное лихо. Это есть то самое задание на 99, 99 левел. Оно очень жесткое, видите, тут опыт, который... По сути, опыт, кстати, который нам недоначислили, можно сейчас пойти начислить. Уровни сохраняются, что самое прикольное, то есть то, что мы докачали, все сохраняется. Все на своих местах, включая снаряд. Давайте посмотрим, что дает королевское одеяние в плане бафа, в плане какого-то здоровья. Есть без верх. У него перков, ну. Но вот есть такое одеяние, а есть, например, полевая повседневная одежда. Полевая форма, в принципе, без верха, кстати, дает больше живучести. И больше, больше защиты от моей урона больше. Но при этом здоровье меньше дает. Ну окей, окей. То есть, ну хотя нет, а и здоровье, по-моему, больше. Ну вот, это дает больше здоровья, а это больше живучести. То есть. Вот вообще хрен пойми, а в чем прикол там вот этого костюма? Ну, да ладно, я в принципе поставился скорее. Ай, ладно, не важно, у нас тут эпилог, а не выбор костюма. Ну, в общем, все, ребята, да, это тот самый момент. У нас красивые костюмы и. Нам доступны все задания, как я понял. Да, абсолютно все задания перед нами. Исцеление инсомния. Но, ну, это как бы задание из настоящего, но ничто не мешает нам выполнять все вот эти вот задания, которые у нас висят, ребят, бременем тяжелым. И открыт весь мир для исследований, можно все исследовать. Так что огромное спасибо, что позволяют нам это разрабы сделать. Да, открыто все, абсолютно весь мир. То есть езди куда хочу, делать что хочу. Все тебе можно, все для тебя, все для вас. Спасибо за просмотр, ребята, ждем новых DLC, я думаю поиграть в другие финалки. И, кстати, мы не нашли еще все оружие из могил, видите, у нас сколько там бледных оружий? Одно, два, три, пять оружий бледных. Я думаю, мы их найдем по ходу дела, возможно, попробуем. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, мне было очень приятно пройти для вас игру, это много для меня значило, это... Игра действительно была важна для меня, я ждал ее, она вышла на мой день рождения, и я просто... Сошел с ума, когда играл. Это лучшее, что я испытывал за долгое время. То есть все остальные новинки, они были приятные, они были интересные, но вот эта игра, это что-то, и мы продолжим в нее играть с переменным таким успехом. То есть я монстра завалю, естественно, в первую очередь, и... Ах, да, постойте, надо подкачаться. Я читал про монстра, что с 44-м левелом на него лучше вообще не пытаться идти. То есть это безумие. Всем пока, и до скорой встречи. Да, я буду проходить DLC, не сомневайтесь.